Друзья мои, едем на море. Черный бусик. Подруга, только с подругами. А вот Енеточка пришла, смотрите, Раша. Представляете, какая она красивая? Лиля! Я расстроилась. Чего? У меня часы, надо, я накрутила их так, что уже не могу здесь закрутить фильм вот это. Так, конечно, гарантия. Мне так понятно. Ты с такими часами берешь так? Я заценила все. Сейчас. Смотрите, подарок получила моя дочь, ролик. Задавай. Девчоночки, смотрите, вот моя красотуля идет сзади. Богиня, смотрите, моя дочулька. Девочки, прикиньте, как здесь красиво. Сейчас вам буду показывать. Что здесь? Проходим мимо кафешки. Готовят, чувствуется. Смотрите, как наверху лежаки. Красиво. Боже, здесь такая красота. А, они снизу? Какая здесь красота, ребята! Как в сказке. Сейчас будем отдыхать. Расскажу за цены чуть попозже. Попозже, сколько мы потратили. Ну, чтобы сюда доехать, считайте, вход, нас все проверяли, контроль, билеты. Ну, в общем, 115 лир. Нет, 19, сколько, 18 долларов надо заплатить. Но это только дорога. Тут девочки мои, жду их. Я пока снимаю. И мне, может, и не нравится, что я все снимаю.
Смотрите, как нам приносят. Дочка, коктейль, мохито, а я хочу этот мороженое. Как нас обслуживают. Анна дондурма есть у вас? Чилек. Дондурма сонан лазм. Все можете заказывать. Мне сейчас принесли мороженое Магнум. Вишневое я очень люблю. И не знаю, почем здесь, какие цены, но в конце будем рассчитываться, скажу. Дотя. Да. Смотрите, какое морюшко, как люди купаются. Здесь такой огромнейший пляж, мои друзья. Говорю, добираться сюда где-то минут 30-40 от центра. Мы, считайте, от Джибахира добирались сюда, нанимали себе автобус. На их видео будет видно. Пляж огромный, мои хорошие. Морюшко такое. Сначала, когда зайдешь в воду, она кажется чуть-чуть такая прохладная, а потом она такая теплая, но песок такой горячий, что я не могла без тапок сюда прийти, пришлось за тапками возвращаться. Смотрите, какая она у меня с котиком занимается, красотуля моя. Взяли себе каждый по два купальника, но еще не переодевайся. Ты куда уже уходишь? Сейчас идем купаться. Уже жарко. Здесь сейчас где-то 12:30. Покупалась я. Волны очень. Вода теплая, мои друзья. Сохну. Мы взяли с собой купальники. Девочки пошли переодеваться. Я что-то не хочу. Они больше купаются, чем я. Очень говорю, здесь супер. Я думаю, что сюда можно чаще. Это просто дочь работает, и Кемаль работает. Надо будет недалеко. Что это, 30-40 минут сюда ехать? Море идеальное. Просто сегодня очень видно. Я не снимала, как мы купались, потому что телефон был у меня с рук выпал. Сейчас чуть-чуть обсохло. Здесь люди развлекаются, волейбол играют. Говорю, здесь кушать нам приносят. Конечно, если вы заказываете еду, официант звонит, и он сюда приходит. Смотрите, полно народа. Сейчас где-то около часа обед. Очень-очень много народа. И если вы заказываете сюда по телефону еду, это немножко дороже. Ну, один коктейль под 50 лир, 80 лир. Не знаю, мои друзья. Ну, можно, а сюда ничего нельзя принести с собой. Можно поэкономнее. Но сюда, говорю, вы ничего не пронесете, потому что здесь контроль, везде все проверяют. Как в магазине проходите, сумочки, все. Даже бутылку водички нельзя сюда занести, но круто. Знаете, что я хочу еще сказать? Здесь $11 вход на человека. Людей здесь немерено, мои друзья. Я даже не знаю, сколько здесь народу. Боже, да вы что? Ну, не понимаю даже, сколько. Очень много. Это пляж такой длинный, и в одну, в другую сторону здесь все забито. Здесь сверху этих лежаков все сверху полно. Забито. Люди идут, идут. 11 баксов, ну 75 лир, считайте, это чуть больше, меньше 7 долларов. Говорю, $11 вход только на одного человека. Еда, и, ну я не знаю, но я думаю, что не дешево. Мы заказываем, потом увидим в конце счет какой будет. А так все нормально. Мне очень нравится, но говорю, если можно сэкономить. Потому что если кто-то хочет, допустим, чтобы сэкономить деньги, меньше заказывайте там водичку.
не знаю, кофе, что-то перекусить. А так вот, если говорю, еще сюда носят, как нам, это очень дорого. Девочки, все скидываемся потихонечку. Как говорится, разживем в мире. Видео. Моя красуня, Дотя переоделась. Вот смотрите, какая у нее фигурка. Покрутись, иди дальше. Смотрите, какая она красивая. Но это купальник Ошо. Смотри, какая сзади собачка классная, маленькая. Я на мою лялю любуюсь. Боже, сколько людей в море зашло. Смотри, сейчас идем купаться. Я иду, ее позову. Боже, полицейские на конях. Смотрите, мои друзья. Какие лошади красивые. Это просто чудо. Сейчас увидела только. Разговаривала по телефону и увидела. Это надо, надо видеть. Боже. Лошади. Сказка. Чудо. Говорю, здесь очень круто, мои друзья. Столько впечатлений, эмоций. Я сюда буду приезжать. Конечно, каждый день нереально, потому что все работают, но это сказка, мои друзья, сказка. А девочки там фотографируются на море. Боже, опять кони здесь, полицейские. Дотя, я коней снимала. Боже, какие красивые, ты видела? Да. Что с ними не сфоткалась? Никто не носит фартук. Что мы заказали? Кушать. Не знаю, где твой телефон. Такой салатик. Ой, какой забавный салат. Где мой телефон? Мой чизбургер, картошка. Девки, что ты, ребята, паникуешь? Не знаю, солнышко. Вот мы заказали уже. Все только, что не есть, попробовали. Приятного нам аппетита, девочки. Сейчас 6 вечера. Мы еще на морюшке. Блин, я так сгорела. Вся красная уже оделась, меня все печет. Я уснула и вся сгорела. Как я буду спать дома, блин. Так неохота отсюда идти домой, такая красота. Неохота, мои друзья. Какие там лиска, может, хоть тогда прийти сюда. Еще немножко, часик побудем, но потом поедем. У меня такая, мои друзья, не пойму, жарко, холодно. Горелая. Смотрите, какой песочек чистый, море какое чистое. Людей очень много, говорю, сегодня. Говорят, что еще больше бывает. А это, мои друзья, смотрите, после такого красивого отдыха, видите, что полностью сгорело, мои друзья. Я вообще не сплю ночами, чем только не мазались. Смотрите, тут белое снизу. Короче, чем только не мазались, но спать я не могу, мои друзья. Вторую сутку я не сплю. И температура у меня, вот вам прекрасный, шикарный отдых.